Равняшка. Вот, все, вы хотите уже... Нет, да? Нет, я еще, нет, я не хочу. Дом, мне да. прицел нужен, я пока прицел да. не найду, никуда не уйду. Так, я еще что, мне... Мне тоже оружие. Патрончики, может. Сюрприз вам. Какой? Ебать. Какой сюрприз? Красота. А, нормально. Не, я тогда даже лежал под деревцем, и меня ни разу повезло. Вот это по красоте. X4 и третий повезло. Шлемак в одной точке. О, да это круто. Второй шлемак нужен кому? Ну да, потом. Нет, спасибо. Потом, если успею, если... Пацаны, нет. мне бежать 2 секунды. До дома. Пойдет ли у меня пулька? Нет, не попало. А один раз, блин, я подобрал баги и специально выехал из зоны в другую, ну короче, ну в расчете, что я успею на баги до обратно доехать. И вот я забежал в маленький домик и началась красная зона, мой баги взорвался. Я думаю, ну пиздец. Надо там-то гараж ставить. Да, я не знал, что я как раз хотел в предыдущей игре мы играли, хотел спросить, взрываются они или нет, если, ну. И в дом не попадает вроде, в дом грубо расслеивает. Но если рядом с окном будешь стоять. И попадет на какой-то балкончик, то может задеть. А, да? А если вот так вот я на улице сейчас выбегу, может убить, да, с одного? Да, конечно. Я тогда лежал просто с краю ни разу, ну повезло просто. Я как бы в одной четверти с краешки лежал. Повезло. Если бы я знал, я бы, наверное, убежал. Так, ладно, вы тогда улыбаетесь, пойду машину искать. Блин, зона уже, ёшкин кот. Я что-то... Я тоже тебе, Жак, помогаю, потому что у меня вроде бы все есть. О, ты, Жак, второй броник нужен? О, прицельщик. Я все нашел, ничего не надо. Все нашел? Жак, ты 3-3 нашел? 3-2. У меня 3-3, я круче тебя играю. Нифига себе у вас. Хотя там... мне это не поможет, я думаю. А у тебя легче по броне. Не, я не... Ничего, Алексей. Походу. Нет, один. Что, еще раз, сколько? Да один, походу, я что-то... По-моему, один. Я сейчас просто... Но... А, все, места там... нет, офигеть. Все, ладно. Блин, жалко, так и не нашел нормальное оружие. А птичка сейчас. А прицелы нужны? Сдачи. Что нужны? Вам прицелы нужны? Не, у меня есть все. У меня тоже все есть. Все, началось уже, я попал в зону. Блин. Всё, так, иду тут вам, Джек. Надо бежать, как по крайней мере, на дорогу выбегать. Блин, ладно, придется бежать так. Так, Лёх, что у тебя по броне? Смотри, пожалуйста. Ну сейчас, ну, вот я так жму. Вторая у меня. Нормально. Все нормально. Тут вот как раз вторая еще. Ладно, все, короче. Фигню ищу, тут ничего нет. Вы уже бежите, да? Я машину ищу. Машину ищу. О, второй этот нашел шлем, отлично, все. Блин, Сэмка это сраный, я не люблю, у нее автоматическое это. Не, надо бежать в сторону этой, тут машины нет на той дороге. В какую сторону? Куда я бегу, Жек? Да. Ну, в сторону дома. Ладно, все, я бегаю в жопу этот последние два дома. Я уже точно не успею. Жек, а ты тут лутал? Где тут? Вот и я сейчас стою, справа дома облутанный. Нет. Облутанный? Ну, две открыты, по крайней мере. Ну, это, наверное, какой-то это. Ну, неважно уже. Не, я в том плане, что тут челик есть, а я так бегу без оружия, без пушки. Не, ну, может, его уже нет. Ну... Машина есть. О, все, я бегу к вам. То есть кто-то был все-таки. Хуй знает, может, там просто изначально дверь открыта. Ну, я ничего, да, по-моему, не открывал. Я обычно закрываю все равно. Бегу. Да, что-то я задержался. Ты же, да? Следующая зона, да. Уже. Я блин, смотри, нам куда ехать нам. Я тоже, у меня уже 2 X4, так что... Так, нужен X4? Опа! Нет, у меня есть, спасибо. Спасибо, водитель. Оп, все.